Я напомню, ранее в воздушную гавань Алматы также приземлился и самолет из Афганистана с гражданами Казахстана на борту. Всего 42 пассажира, в их числе 25 граждан Казахстана, 15 взрослых и 10 детей. Кроме того, этим бортом по просьбе кыргызской стороны были переправлены и 14 граждан Кыргызстана. В качестве гуманитарной операции этим самолетом также вывезены трое иностранных граждан, обратившихся в посольство Казахстана с просьбой о содействии. Ситуация в аэропорту города Кабул очень сложная. Инфраструктура не работает. Взлет, посадки осуществляют только самолеты США и стран НАТО. Тем не менее, наши летчики успешно посадили самолет и успешно, забрав граждан, взлетели. Хотел бы выразить огромную благодарность за оказанное содействие в эвакуации граждан Кыргызской Республики, за безопасную эвакуацию. Они благополучно вернулись в Казахстан и в дальнейшем будут на автотранспорте переправлены в Кыргызстан.